Ты знаешь, все-таки Новый год без игры, вот это реально, Новый год, конечно. Спасибо тебе, это действительно вот украшение настоящего праздничного стола. Опять же, по игре вопрос. Вот все-таки, как ты рекомендуешь вот людям, все-таки надо приходить, да, пробовать? Это в первую очередь, конечно, икра же полезная. Какие свойства, если вы прочитаете, вся таблица Менделеева. Да, кстати, врачи рекомендуют сегодня, да, это реально, это правда. Икра же это афродизиак. Да. Вы должны тоже это учитывать. Это тоже новогодний подарок, да, друг другу, да, называется. Да, это понятно. И Виагра не нужна, если а зачем вы будете душить это? И смотреть по телевизору группу Виагру тоже не надо. Ну, и лучше икру берите. Послушай, Виагру просто прокладываешь, а тут же наслаждаешься. О, а тут же еще и ешь, а потом... Кстати, вот опять же, Олег, вот все-таки Новый год, и какой больше уходил? Черный. Да, вот, то есть, вот знаешь, как бы мы ни говорили, все-таки это вот новогодний подарок. Да. И вот сейчас я знаю, вот у меня приятель тоже мне сказал, мы собираемся, может, увидеться, он тоже мне задал вопрос. Ну, на Старый Новый год черные курочки возьмем, конечно. Видишь, вот фраза «конечно» — это обязательный праздник. Какую бы ты порекомендовал икру взять? Вот, знаешь, вот я попробовал все виды, но вот как-то, вот, знаешь, в молдавском мне очень понравилась вот эта вот компания, которая тебе представляла, и, естественно, каспийский осетр, ну, это такой, знаете... Барский подарок. Для себя. Кто хочет иметь вкус детства, конечно, это каспийский. Настоящая, да, икра. Кстати, вот скажи мне, пожалуйста, разные упаковки, да, есть они уже готовы? Да, есть стекле, металле. Пожалуйста, какие размеры разные? 235 грамм, 113 грамм. Вот интересная смс-очка пришла. Это правда, что у Олега икра малосольная тоже есть? Вот, пожалуйста, вам вопрос. Мы стараемся закупать черный икру. Соль 3,7, 3,3, 3,3, это и 2,8. То есть это пониженное содержание соли. Ну вот многим же все-таки советуют. Конечно. Есть люди, кто хочет все-таки, ну, кому нельзя икру. Ну, кто тоже хочет праздник при этом, да? А скажи, пожалуйста, еще вот новогодний стол, это же всегда какие-то, традиции, правильно? И люди, которые накрывают новогодние столы, дальше сейчас еще тоже старый Новый год будет, начинаются какие-нибудь салатики. Кто-то ищет в интернете что-нибудь новенькое. И я знаю точно, что можно подсказать основные ингредиенты таких салатов. Например, крабовое мясо. Вот это прям с языка, он крабовый. Да, да. В каком ассортименте вида, да? У тебя, да, основа любого праздничного салата, ведь так? Да, расскажи, что у тебя там, какой выбор крабового мяса, ну, чем оно у тебя отличается? Ну, есть стекле крабовое мясо. Да. Есть это металли различных производителей, различных размеров. Это есть такие крабовые палочки, которые это делают. Кстати, вы знаешь, я заметил, в этом году тоже совершенно новая какая-то компания привез крабовые палочки, безумно вкусные. И вот красные баночки я взял, и про себя говорю, очень вкусные. Крабовое мясо, очень безумно. Ну еще, друзья мои, порадуйте себя. Все-таки можно взять ноги. Ноги тоже. Посварить. Главное, чтобы почему нет? Я тебе хочу сказать, чтобы хватило рук вынести эти ноги тоже. Потому что Новый год сложно. Надо из дома уносить весы, потому что, ну, невозможно. Да не надо. Они весы там будут, надо спрятать стоят, на говоришь, это время. Ну и что? И получать удовольствие. Еще вопрос, опять же, по икре. Скажите, пожалуйста, Олег, делаете ли вы доставку в Майами или надо заходить там куда-то? У вас есть там представитель Майами? Есть представитель Майами. Давайте. И мы можем доставить, отправить в Майами. То есть по вашему желанию, по количеству, по объему. А, ну да. То есть если дайте на свой телефон прямой еще раз в эфире. 917-514-286 и представитель Майами 305-588-0490. То есть вот можно напрямую позвонить представителю, вам прямо домой, вот жители Майами, кто сейчас с нами на связи, вам привезут домой шикарную икру, шикарного качества, черную, настоящий каспийский осетр. Рекомендую все-таки Новый год. Конечно. Вот а скажи, пожалуйста, Олег, а вы, в принципе, любой товар же, если уж такой трепетный и нежный, как икра, переправляете в другие штаты, то ассортимент деликатесный, который у тебя есть, тоже же можно, допустим, в такую посылку и кому-то отправить. У нас знакомые в Коннектикуте интересовались. Ты же отправляешь в другие мы штаты, правильно? Практически все, что, о чем все, мы что говорим, есть, да, все, отправляем. Все отправляете. Слушай, ну это замечательно. 718-339-1896. Записывайте и запоминайте этот телефон. И вот какие-то вещи, которые мы обсуждаем, как сделать наш стол вкусным, как сделать его необычным. Давай мы сейчас прямо пожалуйста. Попросим Олега. Вот давай, у нас есть несколько минут. Давай посоветуй все, что есть в магазине. Давай будем прямо вот накрывать праздничного, на стол. Вот давай, праздничного. Пожалуйста. Черная икра. Так. Разная. Давай возьмем да. И космический. Более 15 видов.
А, вот давай поставим два вида, вот разных, для того, чтобы человек как-то мог, ну, знаешь... Ну, все-таки... давайте Каспийскую и Калугу поставим. Все, значит, на два угла, Каспийский и Калуга. Красный дальше. Экран. Сигол. Да, Сигол и нерку давайте. Давайте, да, нерочка такой, чтобы, знаешь, как-то разнообразить. Я просто примерно полы кассетового горячего холодного копчения. Да, вот, кстати, друзья мои, рекомендую лично тоже попробовал в этом году, просто безумно вкусный балык. Я бы сейчас седра поставил немножко все-таки. Ну, тоже, давайте рыбную тему вот закончим. Что еще? Крабы. Крабовые палочки. Ну, салатик из крабовых палочек, да, что еще? Это фуагру. Так. Она несколько видов, их там, и металли, и желези, и стекле. Это очень презентабельно, очень красиво. Которые жарить надо. Селедочка не забудь. Потрясающая, да. Настоящая. Как же без нее? Это шмак, это чилийская семга. Да, шикарная чилийская семга, шикарная. На нее смотришь, аж слюни текут, хочется. Знаете, вот как бы многие говорят, что бывает суховато, а здесь а бывает сильно жирная. А здесь прямо в цель. Придите, посмотрите, Саня. Я еще, знаешь, что бы взял? Вот очень красивые были нарезки, красная и белая рыбка вместе. Вот такая упаковочка. Очень уникально. Ты знаешь, вот, как бы, знаешь, как порцион на два человека сел, поставил эту тарелочку, очень красиво. Это, знаете, вот просто придите, посмотрите, там мясо красного рыбного, там такое количество, что, знаешь, ну, разные компании, да, видимо, у вас? Да, различные. Что еще? Ты знаешь, может быть, не... Мед, шоколад. Вот, мед, я хотела сказать, не забудь. И конфеты. Труфеля, трюфельное масло, вот, трюфельный да, мед. Да, вот, кстати, чай. Да, чай. Потом, знаете, друзья мои, вот мне ребята... Печень, трески. Чуть не это забыли. Моя болезнь. Так... Да, не ты одинок. Ой, не ты одинок. Знаете, друзья мои, вот действительно, это та самая печень трески. Мы в той жизни ели сложную, тяжелую. Я бы так и делал. Кто по мясу, это я бы сало, тушенка, челохачи, колбасы. Вяленое мясо. Вяленое мясо. Тоже, кстати, вообще... есть только кто по рыбе, то все рыбное туда. Представляете, сколько всего есть, вот когда ты рассказываешь, просто перечисляешь. Ну это все, это а так, вот, смотри, а вот как бы человек, у которого рыбная фамилия, он мясо тоже любит. Да, 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 и того, и другого. И может быть слепо. Кстати, я тебе хочу сказать, что большое тебе спасибо, я своим приятелям отправил тушенку. Сейчас тебе расскажу. Значит, мне говорят, зачем там прислал тушенку? То есть они живут в том штате, где нет русских магазинов, ничего. Я говорю, а макароны по-флотски? Ты не представляешь, сколько я получил. Напомнил. Ты нам, ты знаешь, я нам сделал Новый год. Мы на Новый год сделали себе. Друзья, давно не ели. Очень качественная тушенка. Да. Я вам хочу сказать, почему. Не жирная. Без плавающего слоя жира. Абсолютно. И вы знаете, настолько вкусное мясо. Притом мясо разное. Если вы хотите настоящую говядину, там это одно. Но есть еще вкуснейшая баранина. Ты знаешь, вот она, ее можно делать в разных блюдах. Это уникально. Ты знаешь, рыбы еще... там, значит, есть такие, слушайте, обязательно есть, и, в смысле, тушеночка, и куриная, и турочка. Да, там но сколько вот у мясные... тебя видов? Да, 5 или 6, да, тушенки? Ну, получается, 7. Даже 7 видов. Это халяльная, не халяльная, это говядина халяльная, не халяльная. Баранина такая, не такая? Да, там все. Баранина, индюшка. Ух, вы нас балуете, ваше величество, балуете. Ну и сало обязательно на Новый год сало, надо да. В этом году. Разного, друзья, мы так на тосточку. Вообще, хочу тебе сказать, что есть в наше время люди, которые, и достаточно большой уже класс людей, которые исповедуют вегетарианство. Да, так вот, я хочу сказать, что Олег, это было в конце прошлого года, когда Олег просто примерные корзиночки нам показывал того, как можно сложить рыбную, допустим, направленность, вот такую корзиночку сложить, как можно мясную, а можно сделать микс. Поэтому, господа, мясоеды и не мясоеды, ну, приходите. Все равно, приходите, и обязательно, друзья мои, вот сейчас мы уйдем на маленькую рекламную паузу. Все-таки Новый год, надо попробовать. Святое, да, это святое. Каспийского сетра. Это моя рекомендация вам. Просто хотя бы ложечку, две, три черные икры каспийского сетра рекомендую попробовать. Это новогодняя икра настоящая. Никуда не уходите. Впереди, естественно, самые главные подарки, раздача призов и да, подарков. Мы сейчас в нашем такси обязательно бывает. Ну, а если вы уже готовы, звоните 718-339-1896. Царь Кевер, заезжайте. 2584 Кони Айленд Эвеню. Мы с вами, ну, а вы в такси. На Дубровку. Вашего ребенка. Дети возрастом от 5 до 11 лет должны иметь доказательства вакцинации для мероприятий внутри помещений.
а все от 12 лет и старше должны полностью вакцинироваться для участия в таких мероприятиях. Вы должны предъявить карточку вакцинации CDC, приложение NYC COVID Safe, пропуск Excelsior Pass штата Нью-Йорк или другие официальные свидетельства о вакцинации. Защитите своего ребенка. Посетите nyc.gov/vaccinefighter. Эпидемия коронавируса уже оказывает серьезное влияние на экономику, финансовое положение и нашу жизнь. Знаете, не только вы сейчас переживаете самые сложные времена. Возможно, подать на банкротство – это ваш лучший выход. Авторитетная юридическая фирма Almonte Law Firm более 17 лет успешно представляет клиентов в делах о банкротстве в судах штата Нью-Йорк. Если у вас нет сил от звонков кредиторов, а ваши долги не дают вам спать, уже сегодня сделайте правильный выбор в пользу вашего будущего. Получите бесплатную консультацию у специалиста, адвоката Александра Альмонте по номеру телефона 718-232-2111. Освободитесь от долгов. Начните свою финансовую жизнь заново. 718-232-2111. Почему нужно беречь зрение? Закройте глаза и представьте, что означает его потерять. Врачи рекомендуют проверить зрение раз в год. И лучше всего это делать в глазном центре MegaVision, где вам подберут линзы или очки. Покупая в MegaVision дизайнерскую оправу и любые линзы, фотохромное солнцезащитное покрытие вы получите бесплатно. Приходите в MegaVision. Адрес 187 Avenue U. Звоните 718-373-2020. Страховки существуют для того, чтобы вы чувствовали себя в безопасности и понимали, что у вас есть надежный тыл. А задача Intervest United Insurance – максимально сократить ваши страховые затраты и обеспечить вам полную безопасность при оплате всех видов страховок. Заходите на сайт intervestunited.com, звоните по телефону 718-645-0001 и получайте всю необходимую информацию дистанционно. Intervest United Insurance – более 25 лет успешной работы в области страхования бизнеса, машин и недвижимости. Работаем удаленно так же эффективно, как и до карантина. Проверьте сами на сайте intervestunited.com. Звоните 718-645-0001. 718-645-0001. Где у вас болит прямо сейчас? Давайте угадаю. Шея или спина? Тянет, ноет, а может быть даже уже сильно болит. С такой работой, как у вас, это понятно. И что нужно делать срочно, тоже понятно. Обращайтесь в EW Physical Therapy. Здесь лечат опорно-двигательный аппарат, спину, шею, позвоночник самыми эффективными методами. От инъекций и массажей до лазера и высокотехнологичных аппаратных процедур. Но главное, тут все предусмотрено по безопасности. Ионизатор воздуха, защитные экраны, санобработка. Все меры предосторожности даже строже, чем официально требуемые. EW Physical Therapy в Бруклине. Телефон 718-339-0011. 718-339-0011. Ах, как я опаздываю. Мой дьявол, уже почти 4 часа. О, черт. Мадам, Амур-Романтик? Нет, Бутик-Политик. Бутик-Политик. Авторская программа Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5 вечера.